И председатель ЦИК встретился с главой миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за выборами. На встрече Оуэн Мёрфи поздравил Нурлана Абдирова с проделанной работой и отметил, что организация выборов прошла на высоком уровне. Поздравляем с проделанной работой по организации выборов. Это была сложная задача в условиях большого количества новшеств и изменений, требующих администрирования, которая была эффективной. Еще раз поздравляем.